Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу вот такой наборчик показать замечательный. Это самый простой снуд в один оборот, то есть за капюшончик в одно сложение. И вот такая замечательная шапочка-кошечка. По многочисленным просьбам я записала видеоурок по вязанию данной шапочки, который выйдет в пятницу, так что ожидайте. Кто просил, обязательно свяжите вместе со мной. Данную шапочку я связала на окружность головы где-то 52-54 сантиметра, но в видео я подробно расскажу, как можно увеличить либо уменьшить данный размер и как рассчитать правильно петельки на данную вашу окружность головы, нужную вашими спицами и ниточками. То есть обязательно на это обратите внимание. И у меня остался буквально небольшой моточек ниточек с этой же, скажем, серии этим же цветом. Я решила связать вот такой вот обычный снуд. Он идет в одно сложение, то есть одевается за капюшончик. Сделала я его бесшовным. У меня есть отдельный видеоурок по вязанию данного снуда платочной вязкой в один оборот, так что можете сделать как беленький в два сложения, так беленький в одно сложение, как мы делали с данного белого наборчика. Вот так можете связать обычной платочной вязкой, вот такой самый простой. Единственное, что я его сшивала не крючком, а иголочкой, трикотажным швом открывала петельки, как я делала на беленьком, восьмерочкой. Вот, в принципе, можно сделать и вот таким вот узорчиком, который я делала беленький снуд. Я все оставлю, ссылочки все оставлю под видео, так что посмотрите, о чем я говорю в данном обзоре. Вот, если же не хотите в два сложения, то можете взять самую обычную платочную вязку и связать просто лицевыми петельками, то с лицевой, то с изнаночной стороны прямыми обратными рядами. Вот, на данный снуд я набирала из этой пряжи 36 петель, которые вязала прямыми обратными рядами, то есть поворотными. И связав 51 сантиметр, я сшила трикотажным шовчиком. Хотите, можете сделать как видео данного снуда, там сшивала я крючком закрытые петли. То есть, если вам удобно так и понятно, то сможете сделать, как я уже делала. Если же вам проще сделать как белый, но в одно сложение, то делаете как белый снуд. В общем, в принципе, шапочка данная получилась у меня, как на мой взгляд, симпатично. Вы затем ее сможете украсить на свой вкус. Вот, и спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения. Кто еще не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока!